Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и после долгого перерыва я продолжаю прохождение на уровне сложности Божество за Россию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. В общем, проблемы у нас тут две, и зовутся они Инки и Польша, которые тут прям улетают по науке. Да, я знаю, что есть еще там Франция, но у нее, ну и Александр тут тоже запускает. У нас даже еще космопорты не построены. Но, в принципе, у нас единственный шанс это именно строить космопорты и пытаться победить космосом. У меня все еще война с индусом. Очень тяжело идет захват. И явно... Мне не хватает... Ой, я даже пострелять не могу. Холмы. В общем, мне нужны деньги. Мне нужны... дроны, которые почему-то за веру купить невозможно. Что я считаю неправильным абсолютно. Очень офигительная защита у городов. Давайте отступим. Да, даже 84. Всего лишь. Куда мы там дальше апаемся? В РСЗО. А РСЗО у нас... Насколько далеко? Смотрите, причем по науке Рим впереди, который даже космопорты не строил. По прохождению, по этим... Всем техам. РСЗО, РСЗО... Оно очень далеко. Но мне надо в космопорты выходить. Так, а давайте подумаем, зачем я открываю двигатели внутреннего сгорания. Для танков. Ну, слушайте, ну мне это ничего не надо. Мне надо ракетостроение. Мне надо ракетостроение. Ну и там мне правильно еще в комментариях писали, что я мог выйти в золотой век, купив просто самолет. Чего я не сделал. К сожалению. Да, самолеты за веру тоже не покупаются, к сожалению. Только за деньги, либо строить. Денег у меня тоже нет. Из Дидона истек союз. Опять мне Пенгалу убрали. Из столицы. У меня затопленные города. В общем, все не так радужно, как хотелось бы. Так, Нижний Новгород пускай растет. Растет. О, Бангалор даже по лояльности отваливается вроде как. А что... Индус в темный век, что ли, попал? Да. А был бы я в золотой, так это вообще все уже мое было, судя по всему. Так, тут продуктовый рынок. Тут продуктовый рынок. Иерусалим мне тоже веру дает, но мне нету смысла пока сейчас юниты покупать какие-то. Хищение шедевра, срыв ракетостроения. Ну, с Едвига, блин, впереди планеты всей. Тут у меня сидит какой-то шпион. Ладно, давайте к Инку тогда. Попробуем ему какую-нибудь
ракетостроение посрывать. Буду, пожалуй, апгрейдить. Давайте сменим на содержание юнита уменьшается. Бонус кампуса, рационализм. Ну, пока оставим так. О, в плюс, в чате плюс 60 денег я получил. Так, давайте с Дидоной дружбу. Давайте с Америкой дружбу, хотя ее там пилят вроде как. Все остальные меня чуть не любят. Да, тоже писали, что вообще-то можно было армию артиллерии просто покупать сразу, а не по одной. У меня веры не хватало, во-первых. Во-вторых, да, наверное, стоило накопить на армию и покупать их, а не по одной этой. Хватает уже. А, он так убивает. Ну, видите, я подвел кавалерию, чтобы получить бонус атаки с фланга. И тогда убил уже. Помародерить немного, кстати. Смотрите, города я себе, наверное, забирать не буду. Просто уничтожу, если они будут присоединяться. Нужен ли мне поселенец еще? Я думаю, нет. Можно убирать. Так, надо уходить из-под выстрелов. Кстати, тут тоже можно помародерить. Тем более я Бандар Бруней собираюсь освобождать. А не себе забирать. Поэтому, я думаю, вполне резонно будет погадить тут индусу. Так, починим. Дели у нас не оккупировано. Дели это... мой город, поэтому можно тут и кампус построить. Или уже нафиг надо. Так, у меня тут стоят метки для космопортов в Санкт-Петербурге, в Астрахани и в Смоленске. Сейчас достроятся. Что там достраивается? И будут космопорты строиться. Так, дальше что у нас? Пошли в глобализацию. Ну, можно уже использовать ученого, но чтобы космопорт следующим ходом у меня уже был. Вроде никого убить не должны. Но у индуса тоже, обратите внимание, у индуса просто полтора города, типа, да? Но он все равно каким-то макаром вполне неплохо себя чувствует. О, убили кого-то. Торговца разграбил. Прям ты хоть мир опять заключай, потому что иначе я не смогу
с Францией торговать. Сейчас дрон через два хода будет, и буду Мандарь Буриней вообще совершенно спокойно обстреливать артой. Главное, по очкам великих людей я далеко впереди. Все очень интересно. Rocket science has been mythologized all out of proportion to. Так. Давайте проверим. 74, 74, 94, плюс еще пингалу сюда посадим. А Магнус у нас не прокачан на логистику. Надо еще. Пингалу получается, пока в Джабалпуре 69. Кстати, может быть больше даже. Думаю, может мне здесь космопорт построить. Ну, тоже. Джабалпур хороший по производству, и в Джабалпур посадить Магнуса. Не в Рейну, не в Смоленск, а в Джабалпур. Да, наверное, давайте так. Давайте я куплю здесь строителя. Куплю торговца в Санкт-Петербурге. И пересажу Магнуса в Джабалпур. Будем пытаться. Давайте, ладно, найду источники сначала. Так, перебрасываю всех торговцев в города, где я буду строить космопорт. Буду пока делать на науку какую-то. Так, кого мне убили? Казаки убиты капером. Да, не очень тут. Надо валить. Просто бегу там, где не будут мне урон наносить кто-либо. Строение открыли. Дальше пошли в лунную экспедицию.
Запуск колонии на Марсе. Охренеть, конечно, Троян. Это, ну, такие странные вещи компьютер творит. То есть Троян в эпохе будущего, но даже не думает строить космопорт. Более того, он даже не открыл ракетостроение. То есть он в эпохе будущего может быть только вот по самой нижней ветке. То есть вот тут как-то он идет. Спрашивается, нафига компьютер? Ну да, вот, вот он может в эпохе будущего только вот сюда выйти. Все эти техи требуют открытия ракетостроения. То есть он сюда вот вышел такой. Зачем? Зачем? В чем идея такого движения? И я еще, кстати, до сих пор Шотландию не встретил. Вступает мне Мадурай. Не, не хочу я как бы с индусом мир пока заключать. Бессмысленно это немного. Так, песнопения Купы начались. Я его дозабираю, но очень грустная тут, конечно, у меня война получается. О, а что у меня американец со мной дружбу не заключил? Да я со всеми, кто ко мне дружелюбен, значит, хочу дружбы заключать. Ядерный синтез успешно добыт. Это очень неплохо. Странно, почему Америка не хочет дружбу заключать. Линкор уже. Ну, линкором тоже мои города не берутся. Каждый ход фигачит армии этих пушек. Нормально у него там производство. Так, в Питере строим космопорт. И отправляем на производство в Тулузу. Тут на производство Монпелье. Вообще не знаю, что там индус меня разграбил. По идее, он не должен грабить. Тут у него открытые границы с французом каким-то образом. Не знаю каким. Диверсии на производстве, давайте.
Курорт можно организовать, кстати, в Мадурае. Че, может, Бангалор реально отвалится? Минус 8, минус 4,6. Тут еще вон под лояльностью, кстати, Англия отваливается, Бандар Брюней. Может, мы лояльностью тут? Что с религиями? 38, 32. Ну, 31, 36. Я даже как-то и неплохо распространил религию. От какого хрена беспилотник типа так фигово передвигается? Типа тут все затоплено, да? Ай, блин, и купить его невозможно. Это какой-то, знаете, местами просто бред напоминает некоторые механики. О, мы должны оказать помощь Петру Великому. Сейчас у него куча бабла будет сыпаться. Все починено в Астрахани. Тоже строим космопорт. Восемь, десять, тринадцать. Вот он напряжный. Чё он меня преследует-то? Да вот так вот юниты клепает. Сам он тоже может за веру покупать. Но у него, а у него правительственной площади не должно вроде как быть. Нет, есть. Нет, это культурное. Правительственное я где-то у него тут захватил. Так что он за веру не может ничего покупать. Да, точно, правительственного нету. Ну, просто читы. Как всегда. Пытаюсь спасти. Фабрику может построить. Пускай как бы влияет. Или проекты лучше делать.
Ужас, конечно, в Москве тут. Пригород Москвы отделен, собственно, от Москвы уже морем. Онежским озером. Онежское озеро стало морем, прямо скажем. Вот эти мне метки нравятся, да? Где я хотел. Ну, собственно, я канал тут и сделал. Обещал канал сделать, сделал. Скажите, что это не канал. Шпиона. О, наконец-то последняя цивилизация в игре встречена. Вон где он прятался. В 1848 году последняя 20-я цивилизация была мной встречена. Еще и Ереван нашелся. А где он? Вот он где нашелся. У меня тут броненосец плавает на автомате. Под влиянием скифов, между прочим. А, это еще не закончился у меня ход. Это я типа нашел только шотландца. Уран хочет. Нет, точнее, потолок Сикстинской капеллы хочет у меня купить за уран. Прикол. Я надеюсь, там... А, еще не было голосования по поводу помощи мне. Ну, ладно, чтобы прошло. Япония меня осуждает. Ну, конечно, мы вот эти все войны с Индией подгадили. Репутацию, прямо скажем. Хорошенечко так подгадили. Оба уже города отваливаются. Так, помощь Монтесуме не хочу. Помощь Купы не хочу. Всем нужна помощь. Просьба военной помощи, нифига себе. А вот мне помощь нужна. Прям даже все валью, что у меня есть. Ну-ка, что пройдет? Даже интересно. Обычно просьбы о помощи у всех проходят. Да, у меня вроде прошла. Да, видите, всем и ацтекам, и купы, и мне. И принята помощь индусу. И кризис, захват города-государства Франция, но мне это не предлагалось. Какой-то она город-государство. Захватило. Да, можно, наверное, самолеты начать покупать. Проекту космическая гонка, если есть военная академия или порт. Но это можно поставить, но не сейчас. Ну, у меня просто нету космопортов. Так, с Францией надо союз заключать. Ну, все еще культурный. Блин. Нет, чтобы сразу просто давать максимальное... Денег. Нет, надо искать эту середину, на которую они согласятся. Фиг с тобой, давай так. А у меня нету друзей, кроме меня, в общем-то. Приходится ей, бедняге, со мной тусить. Так, тут, значит, убираем улучшение.
следующим ходом как раз уберем лес, чтобы космопорт строить. Пушечка хай стоит. Надо с этим рабочим подумать, что сделать. Не обработано, да, тут ферма развивается. Давайте вот эту ферму. Блин, он даже линкором меня не обстреливал, просто... Просто потерял линкор такой. Индус, а нафиг надо. О, еще рабочего привез. И починил. Ну, 187 монет мне привез. Так, давайте мы купим бомбардировщик. Перебросим. Туда, вот видите, плюс 3 очка мне бы дали тогда за покупку самолета. Правда, я не уверен, что у меня были самолеты тогда. Деньги, уверен, были бы. Были ли? Так, присоединяем к арте, и вот арта уже может обстреливать очень далеко. Другое дело, что мне нужно вот эту подвести арту еще. К сожалению... Я боюсь, что мне ее убивают. Ну, вообще, знаете что, боюсь, не боюсь, а подводить надо, иначе бессмысленно просто. Мне надо обстреливать Бандар Брюней. Так. Если я тут, ладно, пойду сюда лечиться. Надеюсь, не доберется до меня индус. Надо эту пушку убивать. Помощь. Сейчас должны мне, по идее, как я и говорил, золото сбрасывать. Хм. Недовольство в Архангельске. Почему это недовольство в Архангельске? Прям даже удивительно. Может, потому что полгорода затопило? Может такое быть? Чисто в порядке бреда, конечно, спрашиваю. Так, сейчас мне будут все подарки слать в помощь. Как можно быть таким тупым? Как можно быть таким тупым, когда ты встречаешь человека ход назад и уже начинаешь его оскорблять и осуждать? Шотландец, как можно быть таким тупым? Никакого мира, ты мне надоел. Третий чувак денежки бросил. Да только 3 цивилизации. Что, даже мой союзник не бросит денег? Ничего себе. Что, вообще надо потом посмотреть по дипломатической победе. Никто ли... Ну, еще Рим меня осуждает. Никто там случайно по дипломатии не побеждает? Это будет прикольно. Не, 6 из 20 это... Это далеко до победы.
Ну вот как-то с дроном веселее пошло. Что-то вообще по научной победе. Ну, компьютеры пока остановились. Так, тут перебрасываем все пока в Питер. Бомбардировщик перебрасываем к Индусу. А откуда у меня 10 000? Откуда у меня 10 000 денег? 102 000 у Шотландии. Фига себе. Да, мы сейчас тут зальем, в общем-то. Надо уже доделать тут армию. Давайте купим арту последнюю. Я куплю арту и куплю натуралиста здесь. Хочу. Хочется, блин, парк сделать, уж извините. Я не понял, откуда у меня 10 000 денег появилось внезапно. Диверсию в промышленной зоне Кракова. Тырим лазеры. Ураган 5-й категории. Нифига себе тут. Так, ну там отваливаются районы. Кстати, давайте в медика повысим. Продуктовый. Архангельск вообще такой бесполезный город сейчас, по-моему. Что, даже аэродром где-то могу построить? Там скоро... Давайте купим эту клетку. Пускай будет. Хоть что-то будет. Так, оставлю тут Сиднейский театр. Бесполезный... говоря, город уже. Нет, чтобы помочь мне в моем этом бедствии просто деньгами, так он еще с меня требует дипломатические очки, а? Посмотрите, какая
жадная индусская рожа. Мощь ваших ВВС превышает всего 3 самолета. 15 тысяч. Так, стоп. Тут какой-то явно баг. 16 тысяч. 17 тысяч. Видите, что происходит? 18 тысяч. Что происходит? 19 тысяч. 20 тысяч. А они там, наверное, проекты какие-то выполняют у себя, да? Вы знаете, что это не баг, наверное, это от их проектов не идут деньги. Но выглядит это 20919, это, мягко говоря, трындец. Вот 17 тысяч, там же еще, помните, Ацтек просил помощи? И, по-моему, индус тоже просил, вот 18 тысяч у индуса. 20 купы просил, да, 24 тысячи у него. Это они реально там проекты выполняют у себя. И эти проекты валятся мне в виде денег. Блин, чуть-чуть не долетает до города. Следующим ходом только смогу атаковать. Ладно. Харе грабить кампуса, ты чё? Чувак строит линкоры, приводит мне, я их убиваю. Выгодно. И ему, и мне, не знаю, в чем его выгода. Почему я тут не могу? О, зря натуралисту купил. Вообще тут не могу построить парк национальный. Ну, это странно, честно говоря. Серьезно, вот эти клетки должны подходить для парка. Ну, ваши соображения, почему не подходят, жду в комментариях. В общем-то. Это напоминает игру в Красную Смерть, там, где, знаете, за пиратов, чтобы тебя не убили, надо уплывать. Просто постою. Когда тут Бангалор отваливается? Несколько ходов осталось. Самолетов купить. Что у нас пока? А, вот у нас алюминия уже не так много, как хотелось бы. Центр коммерции построим. А что мне еще деньги тратить? Вот, прямо скажем. Ну тут так денег привалило вообще. Мне бы еще аэропорт где-то на этой стороне построить. Какую-нибудь Мадурай, а?
перебрасывать юниты. Блин, не хватает Авдели. О! Сначала аэропорт построен. Так, Пенгалу могу уже назначить? Могу. Возвращаем в Питер. Ну, я ее специально оставлял, в общем-то. Там уже самолеты сейчас начнут работать. Тут уже Бандар, Брюней мы освободим. 32 тысячи. Вот эта штука багнутая явно. То есть я поясню, откуда они, у меня деньги идут. Когда у кого-то вот эта просьба о помощи, кризис появляется, то они не только могут вручную давать деньги, но и проекты совершать. Right now, there are 31 satellites. У меня этих проектов нету, потому что я не принял ни один. Вот, видите, мне ускорилось 2 социальных института за то, что я первое место занял. О, еще какого-то человека даже. Они выполняют проекты, и так как это уровень сложности божество, у них куча производства, и, соответственно, мне капает столько денег, там, в каком-то проценте от того производства, которое они потратили на этот проект. А это дофига в любом случае. Ну, это, конечно, просто... Это просто не... Ну, ой! Не то построил. Ладно, пускай солнечный. Вообще, знаете, то... Мне уже электростанции надо строить. Наверное, отступим. Так. Смотрим, как тут самолетик сработает. Ну, не так весело, как хотелось бы, но... В принципе, практически... Следующим ходом город можно будет брать. Сейчас освобождать. Так, давайте займемся Патной. А чё я не купил тут самолетов, кстати? А, я не купил, потому что тут и так уже минус идет. Ну, давайте все-таки еще один самолет я куплю. В принципе, нормально накоплено алюминия. Да, что-то я лоханулся с натуралистом. Где? Вот тут, я думал, будет... Ну, вообще, на самом деле, подсвечиваются клетки, где вы можете создать парк, и сейчас оно нигде не подсвечивается мне. Пускай стоит памятником разбазариванию народных очков веры. Да, давайте, наверное, везде эти солнечные панели ставить.
Кстати, а тут что, уже есть лаба? Да, уже есть в Мадурае лаба, прикольно. Так, ну здесь, значит, надо починить. Бандар Брюней будет освобожден следующим ходом. Эти два города отвалятся просто, и надо будет Патну захватить. А вот эти города мне будут не нужны. Я с удовольствием вот эти два города с индусом мир заключу. Не знаю, может Ранчи... Ладно, я подумаю вот этих двух городов. Когда они отвалятся, тогда я над ними подумаю. Минус 7, минус 5. Бандар Брюней я хочу очень освободить. Блин, 42 тысячи. Мне надо на что-то потратить эти деньги, конечно. Сейчас надо пройтись по городам и просто купить все здания, которые еще не куплены, не построены. За индуса проголосую, чтобы у него еще быстрее лояльность падала. Увеличено на 100, снижено на 50% за веру, давайте. Ну, тут я за себя, хотя тут не важно, никто не побеждает. И всемирные игры, конечно. Так, здесь я за индуса. Мне кажется, тут я скорее пройду. Они любят против игрока голосовать вот в этом предложении. Нет, смотрите, против Кира тут было, за золото снижено на 50, тоже неплохо. Классическая победа Вильгельмина и всемирные игры приняты. The cars haven't advanced that much. It has been said that arguing against globalization is like arguing against the laws of gravity. За каждого сюзерена и каждый торговый путь. Я думаю, что вера мне уже не так нужна. Наука точно нужна. Значит, давайте глянем вообще сюзерен кого-нибудь. Я сюзерен Антиохии, сюзерен Валерта и стану сейчас сюзереном Бандар Брюнея. Поэтому надо ставить. Ставим плюс 5% науки, ставим электронную коммерцию. Все остальное пока оставляем. 355 науки. Даем основателю. Кстати, это лучшие отношения у меня со всеми практически. Солнечные панели в тундре. Красота.
материалы успешно похищены. Что мне вообще тут надо? А где умные материалы? Это вообще где? Это вообще, по-моему, где-то здесь получается, да? Что там? 1150. Так, а 100% великого ученого кто-нибудь взял? 750 мапучи взял. Ну, не вижу я тут на 100. Плюс 20%. Я могу, конечно, за деньги просто этого великого человека купить. И, наверное, стоит так и сделать. Посмотрим, кто следующий. Озарение для всех технологий информационной эры. Тоже неплохо. Так, давайте сейчас отправлю Олега. Олег. Куда мы отправим Олега? Давайте в Рим. Блин, тут все таких разных цветов непривычных. Прокачиваем Пенгалу на космическую гонку. В Москве шпион закончен. Аэродром нам тут не нужен. Давайте аквапарк все равно построим. Хотел во всех городах купить недостающие здания, если это возможно. Рынок. Банк. Биржа. Почему нет? В общем-то. Рынок. Фабрика. Мазутную поставлю. Вот у меня тут нормально идет. Сколько у нас в Бандар-Брюне послов сейчас? 9, отлично. Что он дает? Ваши торговые посты в иностранных городах. Плюс одно золото вашим торговым. Ага, значит, у меня еще больше золота будет от Франции идти. Больше ничего покупать. Фабрику мне тут не надо. Биржу, канализацию тоже. Порт можно купить. Торговлю, может, с кем-нибудь. Да, закончилось. 3-2. Так, пряности и трюфели. Есть пряности, нету трюфели, есть пряности, нужны. Так. Что нам нужно еще? Джинсовая ткань. Блин, с Польшей не хочу торговать. Вот косметика.
нормально. Разумная цена за косметику. Алмазы. О, отлично, хорошо поторговали. Так, тут вроде все куплено. Я просто биржу как-то уже не хочу покупать, тратить энергию на эти деньги. Деньги не так нужны. Так, канализация. Ну, давайте. Нижний Новгород. Морской порт можно прикупить. Джабалпур. Нафиг, что это надо? Тоже нафиг надо. Продуктовый рынок. Давайте купим. В Дели морской порт купим. Мазутную электростанцию поставить может тоже. Ну и все. Как бы... Больше ничего не надо. 3, 4, 8, 9 космопорты. Ну, я думаю, что на этом серию я закончу. Следующий уже будем стремиться в космос. Спасибо, что смотрите. Но вот это, мне кажется... Ну, опять же, говорю, судя по деньгам индуса... Индуса, моим, Купа и кого там еще было, Ацтека, как раз те, кто просил кризис о помощи вышел, это вот этот проект проводится. Еще дофига денег у шотландца, но судя по тому, что они не увеличиваются уже, то есть у него до этого был кризис, то есть ему напихали просто за обе щеки, за обе щеки этих денег, и он как хомяк сейчас над этими деньгами чахнет просто. Это, конечно, это надо править каким-то образом. Это слишком много. Технология скрытности продвинулась. Все, играйте в умные игры. Жду ваших комментариев. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!